В правительстве Магаданской области озвучили статистику по вакцинации калмычан от коронавирусной инфекции. По официальной информации, для всех регионов Дальнего Востока проблема задержки поставок вакцины сегодня очень актуальна. В связи с этим с поставщиком вакцины региональным Минздравом составлен план-график поступления препарата в Магаданскую область. Состояние на 18 марта 2021 года иммунизировано 2944 человека, что составляет 96,6% полученной вакцины, более 13% от числа подлежащих вакцинации. Из них 6789 человек закончили иммунизацию, что составляет 10,2% от подлежащего контингента в Магаданской области. Ситуация по темпам иммунизации в городских округах различается. Как заявила Елена Кузьменко, Ягодинский округ приступил к иммунизации материалами из последней поставки вакцины только в понедельник. Что касается категории граждан, уже привитых вакциной, то лидерами здесь являются медики и социальные работники – около 50%. Среди работников образования привито около 20% от списочного состава. Тем не менее, необходимо отметить, что из общего числа 5000 человек медицинских работников, 1200 человек переболели коронавирусной инфекцией и имеют поствакцинальный иммунитет. Таким образом, иммунная прослойка медицинских работников составляет около 80%. Как отметили на заседании правительства Колымы, необходимо усилить и информационную кампанию по разъяснению гражданам важности и необходимости вакцинации. Но все-таки, как мы с вами говорили, работу среди группы риска, значит, надо вести, значит, достаточно активно. Я предлагаю вот что, значит, включать сюда общественность и объединить усилия нескольких министерств. Министерство труда и социальной защиты, значит, Министерство здравоохранения, Министерство внутренней политики и, может быть, Министерство образования. Почему? Потому что давайте еще действовать через родительские комитеты и так далее. Магаданская область использовала практически всю поставленную в регионы вакцину. Задержка в дальнейших поставках приводит к падению темпов иммунизации, что недопустимо в условиях пандемии.